Известно, что лицо – зеркало души. Время неизгладимо накладывает свой отпечаток на лицо, шею, руки женщины. Мы стараемся приложить все усилия, чтобы приостановить, скрыть или хотя бы уменьшить эти видимые отпечатки. Не хотим поддаваться влиянию времени. Но природа порой безжалостна. Часто мы молоды душой, но тело, земное притяжение ведь никто не отменял. И вот уже второй подбородок, и щечки, и веки все больше испытывают эти законы физики. И все меньше мы им можем сопротивляться. Да еще морщинки стали появляться, и заметно накопившаяся усталость, выраженная темными пятнами под глазами. Но ведь я еще совсем не старая. Я увидела вашу рекламу и пришла узнать, как можно сделать лифтинг лица. Хочу подробнее узнать об этом. Расскажите мне. Мы предлагаем иглоукалывание. Иглоукалывание, которое поможет избавиться от второго подбородка, отеков под глазами, мешки под глазами, чернота, заполнение морщин. Все это будет выглядеть более естественно и натурально. Где-то от 8 до 16 процедур. Эффект держится в течение 2 лет. Мы предлагаем раз в месяц проходить для поддержки эффекта дополнительную процедуру. С помощью иглоукалывания мы можем сделать подтяжку лица. Есть разные методы. Некоторые делают это при помощи уколов, ботокс. Некоторые делают это с помощью косметических средств, кремы, массажи. Мы предлагаем натуральный способ. Иглоукалывание делается очень маленькими, тоненькими иголочками, которые при укалывании их практически не слышно самого укола. Процедура иглоукалывания – это не только для подтяжки лица, она также мы исследуем полностью здоровье человека. И когда мы обнаруживаем что-то не в порядке, мы также пытаемся настроить организм. Все проблемы, которые есть в организме, у нас отражаются на лице. Есть всякие намеки, типы, которые мы можем использовать при лечении и при подтяжке лица. И кроме того, что ставим иголочки на лицо, мы уравновешиваем другими точками. В основном это на ногах или на руках, на точках более удаленных. В своих процедурах мы не используем никаких химических препаратов. Это все полностью натуральное. Мы хотим, чтобы как можно полностью задействовать энергию тела, энергию самого человека. Открываются меридианы, и энергия проходит спокойно, свободно. Эта процедура, как мы уже говорили ранее, избавляет от второго подбородка, от обвисших щек, полностью приподнимает кожу, подтягивает, придает свежесть, свет в глазах, блеск в глазах, легкость в ощущении всего организма. Человек после процедуры встает в хорошее настроение, отдохнувший. Это видно по лицу, по глазам, по цвету лица. Меняется все полностью, человек встает обновленный. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой.